Сегодня праздник. Пришел газ. В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к хутору Лесокефарь протяженностью 6 километров и подключили к газоснабжению. Теперь обеспечить голубым топливом стало возможным более 120 домовладений, для 63 из которых уже создана техническая возможность для подключения. Кто стал первым обладателем газа в доме и как прошла торжественная церемония, расскажет Дарья Тендит. Газопотребляющее оборудование готово к приему газа. Разрешите начать подачу газа в домовладение? Разрешаю. Теперь зажечь плиту, пользоваться горячей водой и не мерзнуть в холодное время года сможет Надежда Гаврилова. Она в числе первых получила голубое топливо. Ей провели инструктаж о технике безопасности использования газа и вручили памятный подарок. А гостей в своем доме Надежда Николаевна встречала радушно, с хлебом и солью. В «Газпроме» принята такая. Каждому новому потребителю мы дарим подарок – чайный сервиз. Поэтому прошу принять от нас. Да, соответственно. Ой, спасибо, спасибо огромное. Поздравляем вас. Ой, как спасибо большое. Да. В доме Гавриловой Надежды Николаевны, как и у остальных жителей Лесокефари, не было газа. С выходом на пенсию она переехала в хутор. Теперь живет тут уже 20 лет. Каждый год она сталкивалась с одной и той же проблемой – отсутствие газа. Более 30 тысяч ей приходилось тратить с начала отопительного сезона на закупку дров и газовых баллонов. Неудобно. Не то, что было плохо, конечно, потому что у нас воздух и красота, но было ужасно. Для кого-то, может быть, газ кажется обыденно, для городского человека, ну, подумаешь, там, газ. А для нас это большая радость и событие. И спасибо всем, кто к этому причастен. В церемонии открытия газопровода приняли участие первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов, председатель Народного собрания Александр Иванов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев и местные жители хутора Лесокефарь. С отчетом о проделанной работе и поздравительными словами к жителям хутора обратился генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев. Мы на самом деле очень рады за вас и от лица всей компании группы «Газпром Межрегионгаз» сердечно вас поздравляем с этим знаменательным событием, с тем, что в наш населенный пункт сегодня пришел природный газ. Хочу еще раз вас поздравить. На самом деле это очень большое и великое дело. Мероприятие проходит в рамках масштабного всероссийского проекта «Эстафета газа» и выполнения поручения президента России по газификации страны. От имени главы республики с приветственным поздравительным словом к жителям обратился председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Он пожелал мира, тепла и уюта в каждый дом и отметил, что по республике газификация проходит активно. Разрешите, конечно же, вас всех поздравить с этим знаменательным событием. Приход газа в любой населенный пункт – это на самом деле важное и значимое событие для всей республики. Благодарность, Олег Леонидович, вам, вашему коллективу и всем тем людям, которые это все сделали своими руками, провели долгожданный газ в хутор Лесокефарь. Церемония передачи эстафеты подключения газа в хуторе Лесокефарь прошли успешно. Местных жителей теперь будет радовать не только свежий воздух и красота природы, но и газ в доме. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район.